В Лазаревском районе Сочи до конца года отремонтируют 27 улиц. Работы будут проведены в два этапа. Первый пройдет в июне, а второй уже после завершения высокого летнего сезона, чтобы не создавать напряженности на дорогах и не доставлять неудобств жителям и гостям курорта. Каждый день задействовано около 20-23 единиц техники. Ведутся одновременно работы на 4-5 объектах. Людей, человек, наверное, 50. В прибрежной зоне мы будем готовы встречать гостей в любое время. На очереди укладка нового полотна на улицах Бабушкина в Дагомысе, Туманяна, Фестивальная и ряде других. Только на капитальный ремонт дорог в Сочи в текущем году будет потрачено более 540 миллионов рублей. Полностью новое дорожное покрытие получат 93 улицы курорта. Еще 53 миллиона рублей выделяется из городского бюджета на ямочный ремонт и на дорожные работы по исполнению депутатских наказов. Рената Шипулина, телекомпания ФКТ.